Завтра, 2 апреля, на улице Минаева в Ульяновске развернется очередная сельскохозяйственная ярмарка. Будет ли на ней продаваться сахарный песок? Сколько и по какой цене? Ответы на эти вопросы в следующем репортаже. Сахар будет, и будет его не меньше, чем на первой ярмарке – 50 тонн. Сейчас на Нагаткинском перерабатывающем комбинате его фасуют по пакетам. Сахарный песок наш, с Цельнинского завода, с проверенной маркой качества. Эта линия бесперебойно работает всю неделю. Весь произведенный здесь сахар сегодня, уже завтра окажется на ярмарке. Электронные весы килограмм за килограммом отмеряют 20 пакетов в минуту. Сахара хватит всем, уверяют сотрудники Нагаткинского комбината. Торговля на ярмарке будет вестись с трех автомобилей в два продавца. Стоимость 70 рублей за килограмм. Обслуживать ульяновцев будут до последнего покупателя. За моей спиной находится как бы вот этот запас, он в количестве 50 тонн, подготовлен именно непосредственно под ярмарку, которая пройдет в Ленинском районе. Я уверяю, что запасы сырья и готовой продукции мы готовы обеспечить полностью, всю потребность удовлетворить покупателя тоже полностью. Перебоев у нас с поставками никаких нету. Помимо ярмарки, Нагаткинский комбинат каждый день продолжает отгружать сахар в торговые сети Ульяновска. Не только развесной, но и рафинад, упакованный в яркие коробочки. На нашем комбинате производится не только сахар сыпучий на бакалейной лавке, но еще мы производим его в сахар-рафинаде. Это мы фасуем его как бы килограммовый, 110-ки сахар и 500-граммовый сахар. Куда предоставляем? Предоставляем его в Гулливер и в розницу. Объемы не уменьшились? Объемы не уменьшились. А в какой-то мере даже увеличились, потому как на территории области есть повышенный спрос на сладкий товар. Кроме сахара, Нагаткинский комбинат гарантирует бесперебойную отгрузку в ульяновские магазины муки, гречки и других круп. Вся продукция на складе имеется. Фасовочные линии работают, не останавливаясь. Дмитрий Емельянов, Дамир Губеев, Вести Ульяновск, из Большого Нагаткина.